Всем привет, с вами Михалыч. Друзья мои, коротенькую заметку решил сделать по поводу того, как прокачивать сцепление. Ну, во всяком случае, на Cherry TGFL, ну и на подобных машинах. Вот главный цилиндр сцепления. Штука, конечно, очень капризная. Внутри тут особо ничего нет. Цилиндр сам по себе и манжета. Манжета стоит здесь. Вот сквозь эту манжету и хоть вся проблема в этой манжетке. И опять-таки, вот смотрите, до тех пор, пока вот ходит этот цилиндр... Ага, тут закрыт у меня. Нет, здесь это открывается вот так. Оп, эта штука вытаскивается. Все, вот, пошел цилиндр ходить. Опа. Понятно. Полежал немножечко и застрял. Вот. Значит, перепуск идет полностью, только когда полностью вытащен вот этот вот шток. То есть тогда отсюда спокойно течет жидкость и проходит, то есть отсюда вот сюда, и проходит сюда вот. Это уже на выход. Значит, попытки прокачать. Поехал на СТО. Хотел прокачать, значит, сцепление у себя. Брало оно у меня в самом низу уже. Но эта проблема была с этой машиной изначально, как я ее купил. Потом сам же, как говорится, возился и доводил до ума. Вот. Но провозились мы там часа три. Снимали все вот это вот дело. Прокачать невозможно. То есть обычным классическим способом, то есть надавливаем там-то-там, спускаем, надавливаем, спускаем. Ничего. Ноль. Педаль как падает, все, она потом не поднимается совершенно. Фишка может быть в чем угодно. Может быть, волосина попала где-то под эту манжетку. Еще что-то. Может, она как-то сместилась неправильно. Значит, первое. Как разбирается эта штука? Вот здесь такой рычажок. Это поворачивается, снимается. Вот. И далее здесь вот есть, видите, 4 отверстия. Вот на них давить надо одной, не надо там кто-то 4 эти отвертки. Просто одну отвертку упираем этого что-то, ну в стол вот упираем, и отверткой вот так вот давим и вытаскиваем вот эту вот штуку. Тут усики. Вот смотрите, видно тут? Сейчас покажу. Вот, видите, усики. И вот смотрите, прежде чем вытащить, надо вот, крутя вот эту вот штуку, вот эту штуку, сделать так, чтобы после, то есть напротив каждого отверстия вот этого, был один усик, а не два. Два вы просто не продавите. Понятно, да? То есть поворачиваете, и чтобы строго один усик был насчет этого, напротив этого отверстия. И потом просто вот так вот отверткой тупо, грубо выталкивается это, потом вытаскивается и все. Там один цилиндр, там больше нет ничего. И там манжетка резиновая. И пластиковый такой, ну, как бы контрольчик. Опять типа шайбы такой, который придерживает эту манжетку. Как устанавливать? Первоначально, что я делал? Брал эту манжетку, вставлял туда до упора, потом ставил эту пластиковую штучку, вставлял, не работает цилиндр. Работать он начинает только тогда, когда вот на палец надеваешь пластиковую штучку, она здесь тормозится, сверху ставишь резиновую эту манжетку и вот таким образом кверх ногами вставляешь туда, покручивая, чтобы манжетка вошла как раз на самый край. Туда ее утапливать не надо. Понятно, да? И вот это вот положение этой манжетки обеспечивает движение масла. Если утопить манжету до конца туда, масло перекрывается, и цилиндр не работает. Понимаете, о чем речь? Вот в этом, на этом, как говорится, пухнут ноги. Дело в том, что мне эти мастера говорят, все, это надо выкидывать, покупай новый цилиндр, приезжай. Я поехал домой, сын меня притащил к себе. Я на следующий день повозился, снял его опять, разобрал, собрал, он у меня заработал. Вот. Но я купил новый цилиндр, поехали ставить, опять к этим же ребятам. Поставили, начали прокачивать обычным способом. Как это опять? Качай педаль, спускай, качай, спускай. Корячились час. Вот доходит до половины. Да, там где-то внизу он берет. Но до половины доходит, полностью педаль не откидывается. Вот.
Что я сделал? Я взял вот такую штучку. Это называется капельница. Понятно, да? Здесь вот пимпочка срезается. И она как раз, вот эта штучка, налазит на этот секелек, откуда спускается жидкость с пузырьками воздуха. И обычный шприц. Понятно, да? Набираем полностью шприц. Сначала закачиваем сюда, вот набираем масло, так чтобы в трубке было масло. Надеваем на прокачку, вот этот, на секелек, через который прокачка идет. Откручиваем этот, ну сам этот штуцер прокачки, да? Шприц полностью у меня наполнен маслом. Туда впускаю, перекрываю вот это вот дело. Снимаю этот шприц. Из бачка накачиваю опять нового масла. И сюда, здесь масло стоит вот поверх. Если здесь образуется пузырек воздуха, вот видно, наверное, да? Так, как вам показать? Вон пузыречек воздуха. Надавливаем на эту штучку, и пузырек выскакивает туда. Все, воздух у нас не пойдет. После этого только открываем опять вот эту вот штучку, закачиваем следующее. Значит, педаль в данном случае должна быть полностью откинута. Раз, мало того, что полностью откинута, не поленитесь, снимите вот эту вот штучку и полностью вытяните, потому что может быть педаль отрегулирована так, что у вас чуть-чуть будет нажата, и ничего у вас не получится. Только при полностью вытащенном штоке. Прокачиваем снизу вверх. 3-4 шприца закрываем. После этого устанавливаем вот эту вот штучку, так чтобы в полностью отжатом положении педали это как раз совпадало с отверстием. Тогда у вас будет нормальная регулировка педали. Высота педали 15 сантиметров от пола. Понятно, да? Если вам надо будет, чтобы сцепление брало не в самом низу, а чуть-чуть повыше, просто-напросто вот эту вот штучечку, гаечку откручиваем и выкручиваем, то есть вот этот шток чуть-чуть утапливаем туда, чуть-чуть, пару-тройку оборотов, не более, потому что реакция сразу очень хорошая. Вот. Ну, таким образом регулируем вот эту вот педаль. Вот другого варианта прокачки, лучшего, я не знаю. Не знаю, может быть, у кого-то и получалось вот классическим способом прокачать. Но вот такой вот идиотский цилиндр. Что с ним поделать? Может быть, он и не идиотский, может быть, он и правильно так и задуманный, понимаете? Но у нас сидит в мозгах, что надо качать педалью там и прочее, прочее, прочее. Еще раз говорю, только вот таким вот образом. Но если понравилось, ставьте лайки. Не понравилось, ставьте дизлайки. Всем привет. Еще раз будьте здоровы и пусть ваши машины... Кони железными бегают долго и радуют вас. Всем всего доброго.